Слушайте, пацаны, такой ролик сняли. Это просто жесть. Крутой. Блин, это реально стенка получилась. Мне тоже понравился. Очень крутой. Да, еще погода такая хорошая, блин, светлая, замечательная. Плюс 30. Жарень полная. Это да, это я реально запарился. Очень круто. Да, это капец полный. Плюс 30. Лето начинается. Кстати, Посмотри, у меня классная идея. А давайте, пока хорошая погода, короче, соберемся, возьмем палатки, там, не знаю, разведем костер в лесу так. И отдохнем как следует. О, прикольная идея. О, кстати, ну, блин, ну, в принципе, так, вроде как у меня дел каких-то таких важных как нету. Как раз отдохнем. Ну, в принципе, да, я думаю, пацаны, стоит. И подписчикам это стоит тоже показать. Мне кажется, им будет интересно посмотреть, как мы поедем в поход какой-нибудь. Так, ну тогда смотрите, мы сейчас подъезжаем к дому, вы выходите там, берете свои вещи, там, и мои, если что, тоже захватите. И сосиски тоже. Да-да, и сосиски, и все, и мангальчик. Короче, вот, будем жарить, короче, сосиски. Так, давайте, выходим, вы там забирайте вещи мои, там, свои, и, короче, я сейчас быстренько тут гелик еще как раз-таки подготовлю, да, так, колеса. Давай. Проверили. Какой так, гелик? Мы на гелике не поедем же. А, в смысле, почему на гелике? Так нормально, внедорожник, хороший, богатый, да, большой. В смысле, на гелике мы не проедем, мне кажется. Да, в смысле, не проедем? Да проедем, ты что, это ж внедорожник, блин, классный, крутой вообще. Да гелик раскусит, реально. Да, в смысле, на гелике? Так, ну, хорошо, а какие у нас варианты есть? Давайте вот Порш, вот хорошо, Порш, ребят, смотрите. Серьезно? Ну, да. Вообще, что ли? Да. Какой Порш? Ты хочешь там Порш вообще никогда в жизни не проедет. Ну, да, это счет, да, нормально там, в общем, буксира. Ну, что, большое, на, большое? Что да. Есть большое вообще? Я можно не знаю. Вообще арендовать целый дом на колесах, короче. Да, там и спать можно, и крыша всегда есть, и на всех местах хватит. Нифига, дом на колесах, блин. А ты знаешь вообще, где я арендую? Ты, на пляжу я видел. А, на пляжу? Тогда, пацаны, чё мы медлим? Давайте быстрее домой за вещами. А вы, ребят, пока поставьте лайк этому ролику, подпишитесь на канал, ну а мы погнали в путь. Значит, все, взял так мангал, так три спальных мешка, так, значит, сосиски, ну все, взял. Все нормально. А, ты сосиски взял? А, Леха, а ты еще сегодня брал? Я тоже взял еду всякую разную, на всякий случай огнетушитель, чтобы не сгорело там ничего. Ты чего, нифига себе? Ладно, техника безопасности тоже, ребята, важно. Так, пацаны, давайте садимся. Так, а я выставляю GPS, так, аренда домов на колесах. Так, все, выставил, и, пацаны, отправляемся в путь. Вот только, блин, я вот не могу вместить в голове, вот, аренда домов на колесах, это вообще популярная штука. Или что? Да, популярно. Люди конечно. Всегда дома, на домах путешествуют, даже годами путешествуют всегда. О, реально? Годами на суп? Как ну годами да, вообще? Хватишь на море, там едешь еще куда-то, в лесу отдыхаешь. Слушайте, пацаны, я бы, наверное, не смог бы просто даже 10 дней просидеть в машине. Это а вот люди могут так сделать. Офигеть. Ну, если бы хотя бы у меня была выносливость чуть-чуть побольше, то, возможно, бы я бы смог так продержаться. И съездил бы, наверное, в Россию, там, не знаю, или же в Украину. Блин, или же... А Беларусь? А... В смысле, ты сейчас... Не хочешь в Беларусь? Какую Беларусь? Ты я там живу вообще, ты чё, блин, издеваешься? А, да, точно, забыл. Боже мой, капец, ну даешь. Как такое можно забыть? О, кстати, подписчики, все, кто смотрит данный ролик, напишите вы в комментариях, из какой вы страны. Потому что лично я, Паша Влейзин, из Беларуси, Антон и Лёха из России. И нам будет очень интересно почитать ваши комментарии. Может, кто-то тоже из Беларуси, или кто-то из России, или из Украины, или из Казахстана, господи, много стран. Короче, ребята, пишите в комментариях, из какой вы страны. А я вам за это поставлю сердечко. Так что, ребят, давайте еще раз пишем комментарий, ставим лайк под ролик. Но мы уже, пацанами, отправляемся в путь. Так, пацаны, я что-то не пойму. GPS показывает то, что... Вот справа. Где-то, ну, смотри, справа. А, сейчас, поеду, подождите. Так, ну-ка, справа, так, а где тут? А, вот, смотрите, тут краски какие-то. Машины непонятно. Так, заезжаем мы тут. Офигеть. Не сбей человека. Вау. Это реально все дома на колесах. Так, ребят, давайте вот... Тут даже обычные фургоны. А, ну, да, ну, наверное, может, какая-то спецтехника еще. Ну-ка, давайте посмотрим. Так, закрываем гелик, ребята, и... Так, ну, тут есть какой-то внедорожный пикап. Вот, смотрите. О, большой самый. Офигеть. Офигеть. Он капец какой грязный. Вы посмотрите. Он, блин, старый, наверное, ужасный. А что там за окном? Фигня какая-то. Так, ладно, давайте дальше посмотрим. Фургон какой-то есть. Это фигня какая-то. Эвакуатор. Так, а тут
Вот, тут есть из кухни, короче. Ну, слушайте, честно говоря, такая штука мне не очень нравится. Так, ладно, давайте дальше посмотрим. О, смотрите, а вот этот фургончик, он довольно-таки... Блин, да, он маленький. Да, это чего? Ну, ладно, давайте. О, смотрите, вот дом на колесах, краски. Точно, забирай себе его, а мы другой посмотрим. Ну, блин, не, он старый. Так, ладно, тут такой один, он фиговый. О, пацаны, смотри, что нашел. О, внезапный челлендж. Сможешь ли ты поставить лайк за 3 секунды? Раз, два, ставь лайк быстрее, и три, стоп! Мне кажется, то, что внезапный челлендж — это самая жесткая штука, и все не смогли поставить лайк. А если ты вдруг каким-то боком успел поставить лайк, то напиши в комментариях. Мне даже интересно, кто успел поставить лайк за 3 секунды. Особенно внезапно, блин! А это дом на колесах, вот разве? Вот это тема! А это дом на колесах, разве? Это прицеп на колесах! А, офигеть, вы что, издеваетесь? Так, ладно, ну-ка. Вот самый здоровый, самый чистый. Ну, сейчас, подождите, да, я быстренько спрошу у этого вроде как продавца. Здравствуйте, вы продавец тут, да? Да, я продавец, что тебе надо? Да вот нас, вот тот вот прицепик заинтересовал, там можешь его взять, там и вообще сколько он стоит? Этот прицеп самый лучший, самый лучший дом на колесах, как говорится. Ну, для тебя $300 дам. $300? А, пацаны, а будем брать за $300? Конечно, эту... будем, давай. Конечно. Ну, ладно, мы тогда берем, вот вам денежка, как бы, да? Так, ну, все, мы можем ехать, да? Да, конечно. Да, все, пацаны, давайте быстрее так садимся. А что, как его подцеплять? Надо гелик там подвозить или... Вот это машина, вот реально. Это, ну-ка, о, смотри, реально открыт. Ну-ка, ребят, давайте сейчас. Так, главное вот подъехать. Ё-моё, нифига. Давай, давай, подцепляй. Так, сейчас попробую, она вообще будет цепляться. Да, сейчас попытаюсь. Так, ну-ка, ой, тихо, аккуратненько. Шатаюсь. Ой, подцепил, пацаны, вроде как так. Офигеть. Отлично. Офигеть, блин, я как будто лимузином управляю. А как, стоп, пацаны, как его выводить? Как его выводить-то? Так, аккуратненько, ребята, мы так берем, паркуемся. И вот так вот заезжаем. Главное его, ой, не поцарапать. Тихо, ты чего? Да, да, сейчас. Да, сейчас я потихонечку так. Все, до свидания. Спасибо за прицеп. Так, ладно, гелик тут я тоже оставлю, в принципе. Главное его не поцарапать. Блин, вот это штука. Круто. Это реально, да, ну, блин, слушайте, пацаны, честно говоря, такими габаритами просто невозможно управлять. Стоп, подождите, а чё я еду? Подождите, пацаны, я чё-то не понял, стоп. Я тоже хочу как бы там покататься, вы чё, давайте вы за руль кто-нибудь из вас. В смысле? Почему я буду кататься? Да, в смысле, я тоже хочу покататься. Так, хорошо, давайте тогда на камень, нож, бумага решим, вот кто будет кататься из нас. Вот, а кажется, давай. Вот давайте, так, всё, я беру, ребята. Так, я пишу. Готов. Так, ладно, давайте, раз, два и три, пау! Камень. Да, в смысле? Так, ладно, давайте еще раз. Так, ладно, я пишу. Так, меняю тактику. Ладно, давайте. Раз, два и три. Пау! В смысле? Я победил! Лёха победил. Так, ладно, тут давай будем с тобой сражаться. Вот кто у нас будет это ехать, а кто висит? Так, ладно, я... Ты будешь ехать! Да, ладно, давай. Раз, два и три. Пау! О. Да, блин! Антон идет за руль. Так, ладно, ребята, ну-ка давайте зайдем, мне даже интересно. Офигеть, пацан, да это целая квартира какая-то. А это куда едет-то? Просто... А, ну, едет... А, Антон, там выставить GPS на ближайший лес. В лес, в лес. Слушайте, друзья, вы только посмотрите. Тут, получается, есть шкаф, тут есть, получается, кухня, обеденный столик. Блин, да тут реально целая квартира. Ладно, друзья, вы, блин, реально поставьте лайк за такой дом на колесах. Ну, а мы с пацанами же отправляемся в лес. Да это капец какой-то, блин, как сложно ездить на этих домах. Ладно, на колесах. Расслабься, Паша. Чё, в смысле? Ты как тут стоишь? Почувствуй свой дзень. Ты чё, издеваешься? Да это капец какой-то. О, боже мой, блин, вот просто по кочкам нереально ездить. Боже мой, как ты вообще там сидишь? Все хорошо. О, боже мой, блин, слушайте, пацаны, я вот пока ехал по этим кочкам, я так задумался, вот есть ли подписчики, кто меня смотрит, например, из других стран, там, Китай, там, или США, может, или вообще вау. Там, Индия. Блин, ребята, реально, пишите в комментариях, из какого вы города. Ай, стойте, пацаны, я выбрал, стойте. Я каким-то богом пропал, стойте, подождите. А, стоп, а почему у нас двери нету, я что-то не понял. Стоп, двери! У нас реально двери нету. А мы дверь забыли, походу. Пипец какой-то, ребят. Ну ладно, ничего страшного. Главное, ребята, не вылезите, а то это просто... Держись там, главное! Да, ща держите, блин, ребята, это нереально. Вот как Лёха сидит, я просто... Чё там? Чё ты тормознул-то? Пацаны! Чё тормознул-то, а? Алло? Антон? Чё там? Вы это видели? Это какой-то капец! Ай! У тебя двигатель загорелся, Антон! Лёха, не тушите! Лёха, быстрее! Бегу! Тут двигатель... Пацаны, вы это видели? Стоп, что? В смысле, что вы видели? Давай, Лёха, быстрее! Чё там? Какое-то чудище было! Какое чудище? В смысле, чё на... Ты прикалываешь? Ты чё тормознул?
Это что еще? Ну страшно, все, я не поведу, короче, больше. Так, стоп, я тушу! Да хватит тушить, Лех, стой! А что с машиной? А что я не могу сесть ее? Стоп, садись в машину, блин! Так, ребята, вроде как сел, ну-ка, и что не заводится-то, блин? Что не заводится? Бензин, ты что? Что такое, в смысле, какой бензин? Быстрее уходи в машину! Тихо, отходим! Ребята, реально, смотрите, а что? Что за фигня? Ты как вообще водишь? Господи, мне кажется, ты бензобак. Пробил бензобак. Это жесть, ребята. Там ЧТЮ-то это, блин, страшно. В смысле, что ты придумаешь, блин? Капец, ребята, мы просто застряли посреди. Да не застряли, посмотрите, можно тут лагерь разбить, тут полянка крутая. Какой лагерь? Ну-ка, о, суть, реально, смотрите, ребята, тут какая-то полянка у нас есть. Ну-ка, а что тут рядом? О, тут, пацаны, тут рядом речка. Слушайте, так это неплохое место. Блин, ребят, ну ладно, тут не так все плохо. Ну, блин, дом на колесах застрял просто посреди дороги. Короче, пацаны, предлагаю, короче, здесь, на полянке, разбить наш лагерь, а дом на колесах будет, короче, вон там стоять, и мы будем, короче, в нем спать. Тогда предлагаю взять наши вещи и разбить лагерь. Да капец полный, в этих окраинах вообще хоть кто-то живет, блин, ни одного животного. Что за невезуха, блин, я думал, сейчас похожусь, а нифига, блин, подобного. Реально, невезучий день, то, блин, фургон сломается, то, блин, сейчас добыча никакой. Блин, черное чудище напало, я виноват, что ли? В смысле, да... Да, Антон, да чё, какое чёрное чудище? Ты издеваешься, блин? Нету никакого чёрного чудища. Ты его чудища. Бы видел. Ой, да, ну, блин. Капец страшное. Да ты протаранил просто в бензобак, и он, блин, потёк, и вот из-за тебя. Ну, тебе не верь, не надо. Конечно. Так, ребят, короче, мы разбили лагерь, и там вроде как ещё Лёха рыбачит. Лёха, как там улов? Нормально или чё там? Рыбы много вообще на фигища. О, нормально, слушай, ну, хотя бы. Ну, хоть рыбы едим. Да. Ну, ребят, смотрите, мы, значит, разбили лагерь, значит, с этим у нас уже проблем вроде как не возникло. Костер поставили, еды у нас много. Вот, ну и в принципе, Леха там рыбачит, ребята. В принципе, все хорошо. О, кстати, давай пойдем, Антон, на это рыбки возьмем. Леха, что там? Давай рыбку возьмем. А где рыба? Стоп, а где Леха? Стоп! Че а рыба тебя? Где? Стоп, он что, с рыбой ушел? Давай, спускаемся. Но, блин, тихо! Ё-моё, главное, не упасть аккуратненько. Вау! Стоп! А куда Леха пропал? Леха! Лех! Он только что был тут, так, стоп, реально, он же только что говорил, что тут много рыбы. Эй! Лёха! Так, что за фигня? Его течением унесло или что? Хотя он на берегу стоял. Чё за бред-то? Так, я чуть не понял, подожди, это... Может, его рыба утащила? Так, какая рыба? Ты знаешь, чтобы человека утащить, там знаешь, какая рыба должна быть? Просто гигантская! Блин, может, акула? Хотя смотри, тут очень мелко, тут акулы вряд ли водятся. Блин, а куда может, он пропал? Может, ты куда-то ушел? А, ушел, да. Да не, вряд ли, мне кажется. За минуту тут, блин, скрыться как-то просто невозможно, мне кажется. Блин, может его реально птица, может, какая-то утащила или еще? Какая что? Птица? Ой, это что за бред? Ты что это? Кабан, это? Что ли? Как, нет, кабаны так вроде не ревят. Посмотри наверх! В смысле наверх? В смысле? Это то самое чище! Это то самое чище! Ну прыгай, Антон, беги! Беги! Быстрее! Антон, беги! Он тихо, стреляй! О боже, это чудище, кажется, Леху съело. Так давай быстрее! Быстрее, это сзади! Тихо, стреляй, Даня, гай! Тихо, давай! Быстрее! Антон, давай! Гони! Быстрее! Оно очень близко, Антон! Тихо, давай! Беги! Ай, ё-моё, голова раскалывается. А, я выжил. О, господи, Антон, ты где? Так, давай, боже, все болит, ё-моё. Так, тихо, давай, Антон, ты где, Антон? О, что, Антон, что за фигня? Я что, умер? Нет, я умер, друзья! Стоп, я такой, стоп, а куда? В ад или в рай? Что за фигня? Так, друзья, давайте к Антону, вау! А, ребята! Я, кажется, понял, я превратился в этого страшного монстра! О, боже мой, ребята, господи, чё? Как? Стоп, как это произошло? Точно этот монстр все же успел меня укусить за ногу. Ай, блин, ребята, и что делать? Так, Антон, ты живой? Ребята, он живой, так все, с ним все будет хорошо. Так, ребята, что делать? Я даже не знаю, надо, первое, наверное, бежать, потому что это все, нам сейчас будет конец полный. Мы, ребята, монстр, так, что делать, я даже не знаю, что делать. Капец, ребята, блинский, о, в смысле, где еще? Мне две звезды дали, да вы прикалываетесь? Это просто жить, ребята, я, блин, вот честно, ребята, напишите в комментариях, вот кто это такой? Вы больше меня разбираетесь в монстрах, но это просто жить. Ребята, это реально... Ой, что? Что за бред? Ты что, опай? Он поезд сбил, что? А, нет, чё?
Ребята, офигеть, вы это видели? Вы это видели? Что за бред? Это жесть. О, тихо. Ёшкин матрёшкин, ребята, какой-то очень агрессивный у нас. Все же монстр, это просто жесть, ребята. Ну, друзья, все же напишите в комментариях, вот как его зовут, потому что я его первый раз вижу. Так, значит, ну слушайте, он довольно-таки сильный, он очень мощный. Он может, ребята, летать. Это, блин, это реально очень круто. Так, ребят, ну-ка, чё, ой. Блин, ребята, я понял, лучше не подходить к людям, потому что я беру и уничтожаю их. О, боже мой, так, ладно, ребят, давайте, ну-ка, может, домой, ребят, домой, по-любому, надо домой сейчас лететь, потому что, ребята, там, по-любому, будет, не знаю, ну, хоть какая-то помощь, либо же, ребята, в полицейский участок лететь, ну, это, блин, это точный бред какой-то, блин, ну, ребят, ну, это реально жить, это реально очень жутко, о, что, нет, ай! Ты что сделал? Ты что сделал, блин? О, полицейский, нет, не подходите! О, боже мой, мне кажется, ребятки, это конец им. Ой, тихо, полицейские, не подходите, ребятки, лучше не подходить, что? Чё, ребята, мы можем разливать жижу. А, во, ребят, да, реально, смотрите, у нас же жижа под ногами есть. А, то есть мы, воу. Это как тебе было? О, здорово, мужик, пока. Так, ребят, слушайте, это реально очень жестко. То есть мы берем и топим, например, ту же машину или человека. Здорово, мужик, давай, полетай. Ребята, это очень жестко. Офигеть, пацаны, лучше ко мне подходить. Лучше ко мне, вау. Сразу всех, вы это видели? Это было жестко. Иди сюда, вот так, бам. И, что? Ребят, мне кажется, я из него котлету делал. Чё? Ребят, просто поставьте лайк. Что это такое? То есть я могу делать котлеты прям просто какие-то. Это очень жестко, ребята. Ой, так тихо. Ой, пацаны, мне кажется, ваша машина конец. Все, давайте, удачи. О, ребят, слушайте, он умеет, ребята, получается, превращаться в жидкость. И, ребята, летать. Это просто капец. Слушайте, ребят, реально, влепите просто лайк. Блин, ребят, надеюсь, что же меня никто не будет трогать. Я лучше найду какое-то укромное место. Слушайте, ребят, я не знаю уже, сколько я тут летаю. Может, часа 4-5. Ну, ребят, я просто беру и уничтожаю вертолеты. Это просто жесть. Тихо. Что там, блин? Почему? В смысле? Я потерял контроль. Ё-моё, ребята, я падаю. Ой, ёба, чё за бред? Тихо, ну, давай, всплывай. О, боже мой, где я нахожусь? Так, водопад, чё за фигня? О, я человек! Ребята, я человек, да ладно, всё, наконец-таки, всё, давайте выйдем отсюда. Так, вообще, где я нахожусь? Так, ладно, ребят, ну, это не важно, я человек, ребят, это самое главное. Господи, ребят, это просто жесть, это капец, я был этим самым страшным монстром. О, боже мой, ну просто мне так надоели эти превращения, блин. Но способности у него все реально были очень крутые. О, это же та машина, которую мы арендовали. Стоп, это тот трейлер. О, пацаны, это пацаны, здорово! Парни. Здорово, вы, стоп, мы Лёха. Мы тебя поискались, блин. Подожди, вы, стоп, у меня два вопроса. Вы как меня нашли, Лёха, тебя вообще схавали ты? Что тут делаешь? Кто меня хавал, я отошел в это время, а вы там панику навели. А, реально? Ёшкин-матрёшкин, стоп, а как вы меня нашли? Я чуть не понял, вы так же... Так мы по новостям увидели. По новостям? В смысле, по каким новостям? Я чуть не понял. Я все новости обсуждают. А, реально? Упс, стоп, а меня же там самого не видели? Быстрее, да? Залазь, поехали отсюда. Ладно, ребят, короче, данный видеоролик стоит лучше закончить. С вами был, как обычно, Паша Лейзин, Леха Джел, Антон Домликс. Подписываемся на наши каналы. А также, ребята, не забываем писать, из какой вы страны. Ну а с вами был Лейзин Джел, Томликс, всем пока, народ! Всем пока, чуваки! Пока, друзья!